Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы расколдовали. Ёб твою мать! Ага, то есть принцессе Одинорм. Не понял. Да как понимать вообще? Ты куда пошел? Ты куда пошел? Подожди. Ага. То есть вот так это работает, да? Хорошо. Я запомню. И я кое-что забыл. Мне же нужно взять еще одну составляющую для доспехов. Кошка по-прежнему у меня есть, поэтому где-то тут должен быть камень. Ладно, давайте обшарим еще раз этот склеп. Потому что записки Министреля мы забрали, а вот на камень... по-моему, арт-игни не применили. Так, где же этот камень? Саркофаг. Селитра. Давайте это заберем. В принципе, да. Особо карман оно мне не потянет. А вот он, камень путника. Арт. Там дважды арт надо применить. Такс. Арт. Игни. Смотрите, сработало. Ке? Где я? А, не, все нормально. Размотаем. Ничтожество. Как ты вообще можешь выходить против меня? Такс. Пылающая роза? Это довольно странно. Бля, Василиск. А, показалось. Гробница Святого Георгия. Рунный камень. И вот, летание. Это то, что нам нужно для создания. Именно ордынских. Каких ордынских, ёб твою мать. Орденских доспехов, пардон, ворона. То есть, я не помню, что там нужно, там просто различная последовательность знаков. Вы можете покопаться в инете, я помню вот именно арт-арт Игни именно в склепе, потому что я проходил именно за... Вот за... Всегда за орден, и поэтому я их знаю, потому что когда-то копался, как это, блин, это же нигде узнать практически нельзя. Вот. Оказывается, где-то есть книжонка с этими всеми расписанными... Буквально в нулину, но все-таки. Эти доспехи, именно доспехи ордена, они чем хороши? Там, по-моему, 30% минус повреждения, 10% к урону, 150% к здоровью. А что, ты меня не выпустишь так просто, да? Обратно надо применять. Арт. Игни. И вот, где вы найдете, в зависимости от того, где будет этот камень путешественника, там... Вот, там и придется применить свою комбинацию. Что-то я сегодня туплю слегонца, но как-то хочется все-таки поиграть в Ведьмака. Кровопотеря. Это что? Это сила. Иммунитет к ослеплению, длительность воспламенения, вероятность остановить воспламенение. Пока нет золотых талантов, этой херней я заниматься не буду. Затраты энергии при атаке. Что это вообще такое? Без понятия. Иммунитет к боли. Блин, вот это бы вкинуть, иммунитет к боли.
Мощность знаков это вообще не волнует на самом деле. У меня тут, в принципе, смотрите, есть куда кидать. Но надо и серебро прокачать. Групповой стиль тут прокачан. Повреждения прокачаны. А тут на быстром стиле вообще ерунда. 100% к атаке. Давайте в силу вкачаем. Раз. А повреждения, пожалуй, трогать я пока не буду. Ну я, блин, я быстрым стилем почти не пользуюсь. Либо групповым, либо силовым. Поэтому кидать я туда, пожалуй, не буду. Точный удар 15. Что касаемо еще серебряного меча. Уклонение? О, это хорошо. Уклонение это замечательно даже. Силовой стиль владения этим мечом. Да, я все-таки качаю в декс, поэтому... Так, и осталось бронзу куда-то раскидать. Тут у меня, в принципе, нету даже куда. Но я думаю, в знаке куда же еще. Игни. Игни можно на зарядку, чтобы поставить. Ну, сомневаюсь, что она мне нужна. Квен. Держи еще Квен. Мощность знака. Окей. Да я уже тут на обум кидаю, потому что они мне принципиально не нужны. Кошка у меня еще есть. Ласточка. А что, на ласточку не хватает ингредиентов, что ли? Смешать. Ну, я думаю, кошки мне вполне достаточно. Белая чайка. Филин, кошка, ива, белая чайка. Шах алхимии номер 3. А белая чайка, эликсир основа. Ах, ну да, точно. Белых чаек тогда сейчас нафигашим, чтобы было. 3 штучки. Зелье Рефорда Белого отдано, пожалуй. Я не знаю, зачем я так сильно прямо аж затариваюсь ими, но пускай будет. Так, ласточки, ласточки. Где мои ласточки? А ласточек я что, не создавал больше? Плохо. Ну вот. Еще 3 белых чайки. Что бы было? Такс. Кошки есть. Зелье Рефорда Белого. Давайте еще одно зелье Рефорда Белого смастырим. Масло вот эти вот. Они мне как бы не интересны, но да ладно. Вот Росомаху еще бы. Че он дает-то? Я его использовал. А, да-да-да-да-да. Росомаху одну берем по-любому. Даже 2. Так. Боль, херня. Повышает регенерацию энергии. Ну, такое может пригодиться, может нет. Ядки киморы. Отвар. Позволяет обнаружить невидимых. Это не особо нужно. Король-королева. Это бомба. А вот, жажда стрыги. Дает один серебряный талант и один бронзовый талант. Ну, хорошо, что я ее не убил. Король мне скажет за это спасибо. Такс. Давайте к рассвету. И вперед. Кошки у меня, правда, уже не будет. Но я думаю, я выберусь с этого склепа вообще без проблем. Ага. И баф с меча упал. Плохо. Ну да ладно. А тут просто прямо. А куда ж Велерат пошел? Наверное, сюда. Потому что я здесь дрался со стрыгой. Странно это все.
Я видел отчетливо, как Велерат сюда заходил, но я не видел, как он отсюда выходил. Окей. Так, зелье Рефорда Белого имеется. Ласточки туда. Зелье Рефорда Белого сюда. Последнее желание. Прочитал, выбросил. Это что? Шкура Василиска, пускай будет. Жажда Стрыги. Ну, может, продам. Хотя у меня 5к. Что я буду покупать на них вообще? Что еще есть? Росомахи. Нормально, короче, я с эликами вообще дружу. Такс. Все-то-то давайте отсюда уходить. Со склепом Стрыги порешали. Взяли необходимый нам ингредиент для доспехов. Теперь останется, в принципе, ерунда, потому что залезть в гробницу ворона и выковырять оттуда еще один кусочек доспехов, и потом придется вернуться в Изиму. Но главное не завтыкать, потому что если я убью Еведа, я уже не смогу закрафтить себе эти доспехи. Вот такая вот беда. Так, склеп Стрыги, пещера беженцев, дорога к усадьбе. Это просто обойти мне нужно. Давайте сюда пойдем. Где тут это место? Там дорога к усадьбе. А кто за мной гонится вообще? Давайте заглянем в последнюю пещеру, потому что все-таки. А вдруг там что-то полезное? Ребят, не стоит. Вы уже даже не в моей лиге. Так, где-то сюда. Блин, за этих камышей ни хера не вижу. А вот оно, походу. Оно? Пиявки эти, блядки. И то забрызгали, ну. Ладно. Пещера беженцев. Так, а тут две развилки. Еще один кузен. Я ведь тут не был. А если они узнают? Ты никого не встречал, кто мог бы быть посланцем от Антуанетты? Нет. Если встретишь посланца, скажи ему, что я жду. Хорошо. Окей. Беженец, костер. Посланцы от Антуанетты. Эти кузены, какого хера они тут делают вообще? Так, ну тут завал, тут ничего нет. Надо просто в другую сторону пойти, посмотреть, что еще здесь есть в этой пещере. Это те, кто прячутся от войны, либо те, кто не хотят. О, лук. По-моему, в этой пещере... Вот, еще один камень путешественника. Дай бог памяти, что сюда надо вбивать. Блин. Сейчас я позырю в инете. Секундочку. Ну вот, нашел. Итак, арт. Игни. И арт. Поехали. Тут еще один кусок, но я его брать не буду, я просто покажу, где он находится. То есть тут даже не кусок, тут просто именно частичка для формулы. Блин, мне бы кошку сюда. Сука, не видно, нихуя ж. Где мои кошки? Росомаха. Белая чайка.
Ага. Я чтоб кошек не на это самое не наготовил. Что за говно вообще? Блядь. Пурга, гром. Росомаха, чайка. Вот, блин, забыл. Ну ладно. Ой. Коридор. Замечательно. Тут вообще Василиски, блядь. Пьяная драка, блядь, с выключенным светом ночью в коммуналке. Сера, кислота, вин. Короче, это мне. Да, это только ингредиенты, это хорошо. Я просто не хочу брать лишнего, потому что может забаговать. Неизвестное растение. А вот он. Это что такое вообще? А, этих можно резать только так. Так. Вот он сундук, и вот где хранится магическая формула. При помощи ее вы можете скрафтить, я не помню какие, то ли нейтралитета, то ли именно с какой-то элей. Короче, какие-то из тех доспехов однозначно. Вот, и для того, чтобы их скрафтить, вам придется сходить к Алькштейну. Я вам даже сейчас посмотрю, какие характеристики у брони, и тогда вам скажу. Да-да-да, я был прав. Это при помощи этой формулы крафтятся доспехи на нейтралитет. То есть, проще говоря, эльфийские, они дают мощь знаков. Там много разных бонусов, то есть минус 20% к повреждениям и прочее, но в основном они дают мощность знаков, там, по-моему, 30%. Доспехи же Ордена, они дают хорошую защиту, здоровье и 10% урона. Вот, а доспехи нейтралитета, они дают 25 сопротивления именно всему, то есть всем видам, там, оглушение, поджог, там, и все остальное, ну, я понимаю, так и урон. То есть, в принципе, нейтралитет довольно хороший выбор, но я, пожалуй, останусь верным Ордену. К сожалению, скрафтить можно только одни доспехи, поэтому, действительно, лучше Орден. Так, а чё здесь? А чё ты тут делаешь? Двое? Ладно, ладно, ладно. Вы такие легкие, что пипец. Так, ну, как вы видите, эта локация — это абсолютная лаборатория какого-то алхимика. Поэтому я хз, честно говоря. А вот кто будет крафтить именно эльфийские доспехи, я, к сожалению, не знаю, потому что никогда я не проходил за эльфа. Что это такое? Так. Блять, Игни Арт Игни. По-моему, так. Нет, нет. Может, Арт Игни и Арт. Или наоборот.
Одно из двух, потому что других элементов тут, по-моему, не было. Не, все, угадал. Арт и гни арт. Хорошо. Это именно пещера с Улу. Почему-то я это запомнил. Не знаю почему. Друид. Геральт из Ривии. Ведьмак и с некоторых пор ты кулачный боец. Говорят, у тебя нет имени. Можешь называть меня Жденек. Ты не похож на могучего боксера. Это тебе так кажется. Хочешь бросить мне вызов? Конечно. Смотри-ка, какой догадливый. Готов? Да. Да. Не будем терять ни минуты. Ого. Хорош, дедуля. Нет, ты неплох, но недостаточно хорош для меня. Поздравляю, немногим удавалось меня победить. Ты просто старый. Немногим? Мне говорили, ты непобедим. Только потому, что у меня всегда было право на реванш, а победить меня дважды не удалось никому. В другой раз я устал. Ну, все. Я должен дать чемпиону возможность на реванш. Да без вопросов вообще, сейчас сутки подожду тут у его костра и дам ему все возможности вообще. Последний кулачный боец. Круто. Жалко, правда, что я в покер не со всеми поиграл, но я что-то не хотел заморачиваться по поводу покера. К тому же, туда много денег уходит. Готов? У меня... А мне... Но... Дерись или... Ладно, дерусь. Готов? Да. Не будем терять... Ты что творишь-то, дедушка? Ничтожество. Первый раз-то я тебя еще опасался. Но на деле ты оказался вообще говном. Мой жоп! Жоп? Где мой жоп? Остался у меня в кулаке после боя. Что ж, тогда оставь себе. Ты второй раз победил меня. Ни у кого раньше это не получалось. И почему это меня не удивляет? Ничего, все. Чемпион признал мою победу. Теперь я лучший кулачный боец. Замечательно. Achievement unlocked. Лучший кулачный боец. Хорошо. По коням тогда. Нам нужно двигаться теперь в сторону старой усадьбы. Лишь по той причине, что где-то там находится склеп ворона. Или гробница ворона. Где это? Пацаны, сейчас не время. Да, нам туда. Здесь где-то переход должен быть, по идее. Не, не тут. Здесь, значит. Да. Нельзя использовать во время боя. Ну, идите сюда, хорошо. Все. Бой завершен. Замечательно. Ну чё? Иди тогда сюда. Девет. Ух ты. Говори, зачем пришел, ведьмак? Дай мне пройти, Девет. Ты ужасно выглядишь. Похоже, всю ночь не спал. Я устал, граф.
Теперь я могу пройти. Дорогой мой Геральт. Я всю ночь провел со Стрыгой, так что мое терпение на исходе. Дай мне пройти. Со Стрыгой? И каков результат? Ты убил ее? Конечно, нет. Стрыга больше никому не угрожает. Я нашел улики и знаю, в окружении принцессы есть предатель. Ты знаешь, кто это? Пока нет, но это всего лишь вопрос времени. Я нашел дневник, он наверняка поможет мне разобраться. Кроме того, Трис Меригольд знает несколько полезных заклинаний. Ты не знаешь, кто предатель? Отдай мне дневник Острита. Великий магистр лучше разбирается в магии, чем этот. Откуда ты знаешь, что это дневник Острита? Я тебе не говорил, чей это дневник. Но... Черт, ты меня поймал. Ну что ж, рано или поздно это все равно случилось бы. К черту все. Ведьмак, присоединяйся ко мне. Что? Присоединяйся к новому владыке. Ко мне, Иоахиму де Ветту, будущему вице-королю Темерии. Вице-королю? Я думал, ты уже все знаешь. Я сотрудничаю с саламандрами. Ну, временно. Понятно. Может, тебе удастся их перехитрить? Они всего лишь средство для достижения цели. Повторяю еще раз. Ну что, хана тебе тогда? Мне. Ты жалок. В твоем представлении я не подхожу на роль благородного рыцаря ордена. Конечно, мне нет. Мне жаль это слышать, ведьмак. Ха-ха. Ты как чума. Как гнойный нарыв на этом городе. А нарывы вырезают ножом. За победой! Какой победой, пацаны? Вы чё, блядь? Понял. Ты ничтожен. До свидания, Девет. Хотя, я думаю, увидимся мы уже на том свете. Так. Но, по крайней мере, я туда пока еще не собираюсь. Так. Что есть? Рабочие записи. Но, у тебя даже есть значок Саламандр. Видишь, какой ты крутой. Так. Мутать их дальше, я думаю, бессмысленно. Ну чё, пошли, походим, посмотрим. Жрец водяной. Что вы тут делаете вообще? Нормальные круги на земле. Кровью. Круто. Прям как пентаграмма какая-то. Было бы круто, если бы была какая-то возможность вообще чертить кровью пентаграммы во время боя и использовать знаки. Потому что все знаки ведьмачьи это все-таки пентаграммы. Пускай они не сложны, но все-таки. Это серьезное оружие. Я помню, что когда качал Игни, там буквально мог меча не доставать. Тупо я все таланты почти кидал в Игни, постоянно прокачивал соло этот знак. Было очень круто. Фартило. Так, идем дальше.
тут трупы есть. А чё за труп? Ух ты! Сколько всего интересного. Еще одна смазка. Темерская ржаная водка. Хорошо. Блин, я боюсь провтыкать просто... именно саму битву с Еведом. Очень не хочется. Очень. Какой-то мутант. А как подняться? Ребят, я хочу туда к вам. У меня есть что вам передать. Да, туда лучше не прыгать. Так. Ну чё, как, реально? Я ведь правда хочу искренне. Не, не пустите. Ладно, сейчас будем искать вход. Какой-то или подъем. Для начала, пожалуй, подъем. Бля, саламандрас. Подожди. Ты умрешь медленно. Нет. Да блин. Затрахал ты уже. А ты в спину чё бьёшь, а? Муфлон. Да, блядь, вот этот кувырок, это просто какой-то ад. Блин, меч очень хорош. Просто очень. Так он мне нравится, прям. Так он мне нравится. Да зачем я золото собираю вообще? Зачем оно мне нужно? А насколько я помню, короче, в покере там... базар? Ты что, прям уже тут? Что я не помню, чтоб ты был прям здесь. Приветствую тебя, Геральт. Здорово. Ты встретился с Райлой? Она пережила своеобразное перерождение. Получила дар жизни. Райла? Геральт. Это Райла? Перерождение. Дар жизни. Ты издеваешься. Райла мертва. Ты называешь этот порабощенный сгусток крови и мускулов живым? Лучше, чем живым. Совершенным. Ты скоро это поймешь. Это был твой эксперимент. Ты жалок. Твою мать. Райла, дорогуша, ты же не позволишь оскорблять твоего хозяина? Геральт. Блядь. Ага, только таким стилем придется тебя резать. Ничего, я справлюсь. Ослепление? Или это оглушение? Что вообще, блядь? Не, не может быть. Капец, да она меня по КД. Сдохни ты. Эй. Блин. Она довольно сильна. Она что, стиль поменяла, что ли? Что за говно? Блядь. А как с тобой бороться, ты? Но слава богу. Сильная ты была. Довольно-таки. Ну ладно. Херня.
что такое, блядь? Крепкая эта собака. Надо бы ласточку купить, потому что я чувствую, что если дальше будет такое говно, то это довольно неприятно. Что это вообще? Мутаген. Господи Иисусе. Фига. А там еще маги. Даже я думаю, придется одного Рефорда Белого выпить, чтобы быстро восстановиться. Ой, туда лучше близко не подходить вообще. А, вас трое. Ну, с тремя это мой профиль. Кого? Чё? Ты чё-то хотел сказать? Мне показалось. Блять, там саламандры магии. Ты очень херово. Воу. Короче. Запереть меня в углу? Иди сюда. Они мне адово сносят быстро жизни, даже с ласточкой. Вы чё, блядь, бессмертный, что ли? Лучше. Вроде вы поняли, да, лезвие. Ох ты, твою мать. Вы мутанты, да? Ну вам сойдет. Не дохера ли вас тут? Не, ребята. Бей хоть кого-нибудь. Бля. Хуёво. О, ордынцы. Не знаю, почему я их решил называть ордынцами, но да пофиг. Да сдохни ты, ну. Я должен помочь ребятам. Не тронь их. Хорошо. О, господи. Что это? Оглушение? Да, надо было качать защиту от оглушения, но да пофиг. За победой!
Все, Зик, спасибо. Тебе пришлось погубить целый отряд на то, чтобы меня спасти. Какое-то странное добивание, реально. Взял за лезвие, воткнул, блин. Клянусь вечным огнем, что это за твари? Плоды генетических экспериментов Саламандр. Я пришел так быстро, как только смог. Спасибо, Зигфрид. Помощь наверняка пригодится. Ведьмак. Мне нужно проникнуть внутрь старой усадьбы. Это главное логово Саламандр. От главных ворот никакого проку, но я знаю другой путь. Старый полуразрушенный колодец ведет прямо в пещеру. Ага. Ну, покажешь мне позже. Пожалуй, позже, да? Вот он, этот колодец. Я так подозреваю, нет? Нет, нет. Или этот? Ну хорошо, давайте посмотрим, что тут все-таки есть. Ну тут есть золотишко. Вот такое дело. Но, блин, мне бы удостовериться, что я не запарю квест с броней. Это я уже проверю, конечно. Но на этом, пожалуй, я закончу серию. Потому что уже довольно много отснимал. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. В следующей серии мы уже займемся Еведом, я думаю. Разберем ту броню по частичкам. Вот. Где-то еще нужно найти склеп этот чертов. Пепелище, усадьба. Но это явно не здесь, да? Надо будет еще посмотреть, где находится этот склеп. Потому что боюсь запороть. Вот. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.